Гуман, с прошедшим отпуском дратуйте. Дратуйте, отпуск прошел неплохо. Я, честно скажу, это может быть даже видно, если ты предыдущий стрим запустишь. Очень от многих вещей меня там реально уже тошнило. Я хотел кого-нибудь застрелить, кого-нибудь утопить и кого-нибудь повесить. Потому что меня реально бесили люди, и меня бесил я сам, и меня очень много надоело. Так вот, большая часть того, что я хотел, я сделал, теперь я отдохнул. Застрелил, повесил, шучу. И в результате теперь у меня снова зарядка полная. И это хорошо, потому что начинается снова игровой сезон. Поэтому я думаю, в ближайшее время будет много стримов. Ну и на ютубе я вас тоже не обделю. Все будет хорошо, вот. Что будешь делать со своими бровями? Бомбило. Я не знаю, зачем ты это спросил, но, наверное, я восприму это как комплимент. Со своими бровями я буду делать следующее. Ну ты понял. Тося? Тося что-то с ума сходит. Гуман, пожелаю удачи, я признался в любви девушке. Удачи. На самом деле, знаешь, то, что ты можешь сделать вот такой поступок, так поступить, говорит о том, что тебе не нужна удача, у тебя всю жизнь будет хорошо, ты смелый человек. Потому что вот я, допустим, тем парням, которые мне нравились, признаться в любви не мог, в принципе. Поэтому пришлось жениться на девушке. Хорошо, что Даша сейчас вышла погулять. Ууу, твою мать! Капкан! Да не у меня капкан, твою мать! Чё это было? Я взрался. Бляху, у меня руки дрожат. Как Эван? Эван отлично. Вы бы видели, он чуть в обморок не упал, когда мы приехали. Ему, то есть, там было весело, но... Походу, очень сильно скучал. Так, ну хорошо. Сейчас мы пойдем просто тупо направо. Короче, мы приезжаем в эту собачью гостиницу. Звучит как, блин, собачья гостиница. Ну, приют, типа. А его как раз в коридор вывели. И там... Ой, в коридор. Ну, во двор. И... Во дворе ворота, в общем, ну, частный дом, ворота, в них снизу решетка. И мы такие идем, он сначала как такой боевой пес такой прибегает туда, такой типа, опа, а кто там такой пришел? Потом нас увидел, чуть в обморок не упал, так прыгать начал, мы его долго успокоить не могли. Вот это радость, вот это преданность. Тося на нас посмотрела как на говно. Но потом через 2 часа где-то, наверное, до нее дошло, она, правда, тоже терлась. Об нас. И до сих пор Тося от меня не отходит. Реально. Вот она и сейчас со мной спит. Вот тут. И весь день, когда я сажусь за компьютером, вот так вот. Легко. Пусть время проходит без задних мыслей. Так, спокойно. Так. Так, хорошо. Боже. Серьезно? Марсель, как ты, как Даша, как там Уфа? Нормально. Зеленая трава, ярко светит солнце, и ее... О боже, эта игра как раз меня разгрузит. Я думаю, она не такая страшная, как Darkwood. Darkwood реально давит просто. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. 10 вечера, но я поел в школе. Что ты, твою мать, несешь? Я поел в школе, хорошо. Благосклонность девочек зависит от того, какие решения вы принимаете, а также от того, что вы им говорите. Перевод. Ты чё, твою мать, несёшь вообще? Я постоянно пугаюсь этого растения. Я сам, как обычно, себя нагоняю какой-то жути, потом реально... Это корейский, хватит коверкать, пожалуйста. И хенчит. Так, давай я вот это вот не начинаю, ладно?
как ты это делаешь? И чё? Ой, твою мать! Поставь уже паузу, сраная. Я не обращаю внимания на всякую... Эта дверь была закрыта, дурак! Куда бежать? О, боже, закрыто. Закрыто. Ну и все, мне пипец. Я теперь хер знает, как, короче. Так, спокойно. Да пошел ты нахер. О, быстрее, 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 быстрее. Тихо, спокойно. Сука, не могу, это так тупо. Уходи, твою мать, физрук. Ты стучишь. А, это я, наверное, запыхался. Сейчас отсидимся, потому что он по-любому. Твою мать! Сука, да какого хера? Во-во-во-во-во-во, сейчас же... А, типа, быстрее дело получилось. Больше она больше не могла бороться с тоской. Наконец она решила написать письмо Чан Елем и ждать у пруда. Но ее письмо так и не добраться до него. Письмо прошло через много рук, но где-то заблудился. Да, Сом не подозревала, что ее письмо не было доставлено и ждала ее всю ночь. Какая интрига. По кромке пруда. Холодную ночь прошла у пруда, заставила ее спуститься с тяжелой лихорадкой. Ей пришлось пропустить школу в течение некоторого времени. После Досом, едва оправившись, Тося. Она вернулась в школу и была еще тише и более робкой, чем раньше. Ее друзья пытались как могли утешить ее, но она оказалась по переводу в другую школу. Оказалось. Чтоб твою мать. Осталось всего несколько дней, ее тело нашли плавающим в пруду. Сказали, что в ночь с убывающей луной появляется призрак, который молча смотрит на здание. Говорят, раздутый призрак, сверкающими глазами, капающими под ним мокрые волосы, ищет мальчика с письмом. Это надо читать голосом, короче. Майки из хлеба, вот это вот. Нани, при чем тут девушка? Эх, азиатских игры. Все игры в симуляторы свиданий превращают. Слушай, тут реально есть отношения какие-то. О, туалет. Хозяево. Ого, такой пузень. Чего не вижу. Так, комната с ксероксом. Это не та комната с ксероксом. А вот зажигалка. Так. Ой, твою мать! Так, надо хватать, меня сейчас убьют. Пошел нахрен с своей зажигалкой, мудила.
О, боже, я испугался манекена. Что это было? Я немного посижу в туалете, мне насрать, что вы там думаете, мне нужно посидеть, я успокоиться должен. Боже мой. Реально стучит.